Очень тяжелая игра была, как мы и ожидали, готовились к такой игре. Вот. В принципе, все ребята очень отработали, я думаю, по максимуму. Вот. Ну, не получилось забить. Вот. Ну, хорошо, что строго сыграли, я думаю, в обороне вся команда. Вот. Каждый доработал в каждом эпизоде. Вот. И поэтому добыли очко. Вот, ну, дальше, я думаю, исправим ошибки, вот, и какие-то недочеты, и прибавим обязательно. Вот. Также хотел бы поблагодарить болельщиков, которые приехали, и даже тут небольшая группа была, с Ковалевки, вот, большое спасибо. Дальше будем радовать вас победами, я уверен в этом. Очень трудно было играть комбинационный футбол, вот, и играли очень просто, как бы, чтобы максимально обезопасить свои ворота. Вот, ну, поле, да, не позволяло играть комбинационный футбол, и где-то, наверное, может быть, и сопернику в этом плане было лучше для них, чем для нас. Таких, я думаю, острых моментов, голевых, наверное, мало. Может быть, их вообще не было особо. Были предпосылки вот к таким голевым моментам. Но опять же, я думаю, ввиду не очень хорошего качества газона не получалось отдать последний пас или нанести завершающий удар хороший. Но так все равно, думаю, все ребята молодцы. Вот и двигаемся дальше, работаем.